Всем привет! У меня нашлось время для того, чтобы записать одно видео. Но это видео будет одним из тех, которые я не выпустил. Ну что же, приятного просмотра. Увидимся через недельку. Всем. Всем здорово, бродяги. Сегодня я буду играть в игру под названием Night Worker, что в переводе с английского означает «ночная работа». Нам ходят слухи по этой игре. Нам нужно будет собрать 4 мешочка с мусором и закинуть в корзину. Ну, как бы глупо не звучало. Также нам будут препятствовать всякие разные шумы, которые будут привлекать какую-то тварь из подвала. Давайте начнем. Привет, Том. Я нашел для тебя работу, с которой ты поможешь мне. Ну, помни, в доме с сумасшедшим ученым сможешь ли ты выжить? Ну, как-то так переводится. Я что-то приболел, и мне нужен ассистент для работы. Ну, я дословно перевожу, как для себя понимаю. Здравствуйте. Спасибо за обращение ко мне. Сейчас я как раз-таки приду. Я перевел то, что в этом доме, доме сумасшедшего ученого, находится тварь, которая в подвале. И вот, ночная работа. Давайте начнем. Может быть, там кто-то... Так. Короче, написано, нужно собрать мешочки и дожить до утра. Первое предложение было. Соберите мусорные пакеты и доживите до утра. Окей. Возьмите там, я не знаю, заварите чайку. Вот, на паузу сейчас поставь, я подожду. Возьми там печенье, не знаю, чего-нибудь. И приходи только так смотреть. И желательно смотри в ночное время суток, там, я не знаю. В 10, в 11. Что это такое? Опа, я знаю, что это, холодильник. Шум холодильника. Вот эти... Гарантируем. Возьми, сделай так, как я прошу. И будет нормально. Это же... Ну, это же холодильник. Ой, не долбись, не долбись, не долбись. Тихо, тихо. Да тихо, блин, кто там долбится? На пианино кто-то играет. А это что работает? Звук похож на... А, так вот что это было. Чайник кипит. Блин, бесит. Да заткнись ты уже, чайник надоел, блин. Вон чайник на плите, да. Надо опять пианино. Вот от пианино он психует. Потому что пианино громкое. Звук еще прибавлю. Вон он, дверь долбится. Все, заткнись. Пылесос. Это вообще не знаю, как тут выживать в этой игре. Где пылесос? Ну давай, давай, давай. Все, наконец-то. Шум исчез. Надо искать мешочек еще один, мусорный. Что это такое? Так, короче. Опа! Энергетик.
Нифига ученого дом такой нормальный. Вон там тварь живет, он ее охраняет как-то. На первом этаже мешков нету. Карта мира. The World. Не знаю, что еще сказать по поводу этой игры. Блин, время, время, время. Надо быстрее мусор искать. Вот, 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 вот. На шумы насрать, надо быстрее мусор искать. Быстрее, 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 быстрее на первый этаж. Быстрее мусор. Ты не успел собрать все мешки. Твое время вышло. Попробуй снова. Да, неловко. Я понял, надо собирать мешки на шумы, внимания не обращать так часто. Да, я все понял. Загрузка. Все, начинаем. Тут нету. Вот, вот, вот мусор. В этой комнате. Вот. Сейчас по-быстрому так управимся и все. Ученый, видимо, забыл мусор вынести из дома. Вон там я еще пакет видел. Зачем ученому в доме пианино? Он что, у него хобби какое-то есть? Вот эта картинка красивая. Вот это тоже. Это холодильник. Да, холодильник. Надо сейчас сходить. Выключить его там, я не знаю. А почему он просто прибор не обесточит там? Ну вот, насчет пианино, я согласен, его не обесточишь. А вот, допустим, там чайник убрать куда-нибудь, холодильник из розетки выдернуть. Да твою мать, я ничего не успеваю делать. Да хватит долбиться уже, достал, блин, дебил. Сраный чайник. Надо искать быстрее мусорный пакет. Ну, вон торшер включи, не знаю, чтобы посветлее было. О, где этот мусорный пакет? Надо быстрее искать его. Времени до утра немного осталось, я так чувствую уже. Это что? Прикольный дом. Офигеть, я бы тоже так жить хотел. Смотришь в окно, и там просто какая-то впадина черная. Он долбился только что. Сложная игра какая-то. Да заткнись ты. Все. Последний мусорный пакет где? А где его нету? Его что? Где мусорный пакет? Блин, вообще не понимаю вот сейчас. Не вникаю в ситуацию. На первом этаже нету. Пошли на второй этаж. О, здорово! А, блин. Пылесос больше внимания привлекает.
Поэтому я его сейчас и вырублю. Все, я выжил. Давайте я вот так встану. На прививку, кстати, можно поставить. Все, день закончился. Для тебя день закончился. Ну, работа проведена успешно, как-то так. Понедельник. Для разблокировки следующей недели ты должен купить полную версию игры. Но полную версию я не буду покупать, так что мне игра понравилась. Игра называется Night Worker. Она в Play Market стоит, конечно, много денег. Раньше была бесплатной, помню. Играл очень давно. Ну что ж, мне остается только сказать то, что спасибо за просмотр. Поставьте лайк обязательно, подпишитесь на канал. Напишите комментарий по поводу того, делать ли мне видео вот на такую тематику хорроров. Ну, а с вами был Авиан. Всем пока.